Мотивация к тренировкам в тренажерном зале – это ключевой фактор для достижения поставленных целей, будь то похудение, набор мышечной массы или улучшение физической формы. Существуют различные стратегии, которые помогут поддерживать мотивацию на высоком уровне. Постановка конкретных и достижимых целей. Разделите цель на этапы. Вместо одной общей цели, например, похудеть, установите конкретные измеримые достижимые цели. Например, похудеть на 2 килограмма за 1 месяц. Или поднять вес в жиме лежа на 5 килограмм за 6 недель. Записывайте свой прогресс. Ведение дневника тренировок и прогресс помогает видеть реальные результаты ваших усилий. Это может быть как запись веса, объемов тела, так и результаты тренировок. Составьте график тренировок и придерживайтесь его. Постоянное время для тренировки помогает формировать привычку. Планируйте тренировки заранее. Заранее определите, какие упражнения будете выполнять и какие группы мышц задействуете. Это помогает избежать неопределенности и тратите меньше времени на раздумья в тренажерном зале. Найти тренировочного партнера. Поддержка и соперничество. Тренировки с другом или в группе с друзьями более мотивируют. Партнер может помочь вам выложиться на максимум и не пропускать тренировки. Ответственность. Когда вы знаете, что вас ждет кто-то на тренировке, вероятность пропуска снижается. Визуализация, вдохновение. Следите за успехами других, просмотром мотивационных видео. Подпишитесь на спортсменов в социальных сетях. Истории успехов могут вдохновлять. Регулярная визуализация своих целей и ощущение результата помогают сохранять мотивацию. Создайте свой плейлист. Энергичная музыка может значительно повысить мотивацию и сделать тренировки более приятными, также эффективными. Найдите тренажерный зал с приятной атмосферой и оборудованием, которое вам нравится. Приятная обстановка способствует повышению настроения. Вознаграждайте себя после достижения промежуточных целей. Меняйте программу. Регулярные изменения программы тренировок предотвращают скуку и позволяют задействовать разные группы мышц. Иногда полезно включать в свою программу новые активности, такие как, например, йога, плавание или бокс, чтобы разнообразить свои тренировки. Умение отдыхать и восстанавливаться. Не перегружайтесь. Переутомление может привести к снижению мотивации. Убедитесь в том, что у вас есть время на отдых и восстановление. Следите за здоровьем. Регулярный сон, правильное питание и восстановительные процедуры помогут поддерживать энергию и желание тренироваться. Важно найти методы, которые работают именно на вас. Регулярное напоминание себе о целях и причинах, по которым вы начали, поможет не только поддерживать мотивацию, но и наслаждаться процессом достижения своих целей. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал. До новых встреч, друзья!